Звезда фильмов «Холоп 2», «Вызов» и сериала «Отель Элеон» дал интервью корреспонденту издания «Вокруг ТВ». Милош Бикович, прославленный сербский актер, покоривший российскую публику своим талантом и обаянием, начал свой путь в отечественном кинематографе с участия в нашумевшем фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Сам Михалков в недавнем интервью признался, что скептически отнесся к кандидатуре Биковича на роль молодого барона Николая Гульбея-Левицкого, не усмотрев в нем необходимой глубины и эмоциональной выразительности. Однако после беседы с актером, который рассказал о своем глубоком погружении в духовный мир героя и его трагическую судьбу, режиссер изменил свое мнение. Михалков высоко оценил талант и самоотдачу Биковича, отметив его способность перевоплощаться в самые сложные и противоречивые образы. Бикович в эксклюзивном интервью «Вокруг ТВ» поблагодарил Михалкова за доверие и возможность работать под его началом. По его словам, Михалков придерживается классических принципов кинопроизводства и его методы работы на съемочной площадке схожи с театральными постановками. То есть вы выходите на съемочную площадку настолько наполненными, что как будто мы готовы играть спектакль. Обычно, когда я снимаюсь в кино, я не помню, что я вчера проговаривал в кадре, а помню театральные тексты в спектаклях, которые играл 3 года назад, потому что это совсем другая память, долгосрочная. Эта информация заходит совсем в другие клетки. Мне кажется, у Михалкова также, сказал Бикович.